бумер. Вот я хочу в этом еще раз и еще раз убедиться. Там что-то такое булькается, где у нас с тобой шевелится, стоит. Не знаю. Что, куда? В берег? Тянут-то вон туда, в глубину. Не отвязываю пока. Не отвязываю, не отвязываю, потом отвяжу. Пусто. Она просто устала, может. Что тут такое, булька уже? И крючка нет, да? Ну вот. Вчера так долго телебонилось. Все, Иза Васильевича. Плащ не стал брать с собой. Красиво идет по волосатой маечке. Затянул этот уголок. Раньше было глубоко. Все подзарастает. Эти озера лет через мульон зарастут. Затянет их. Кстати, будет окошко, вот рогатку снимаем, вправо, видишь, такое окно. Как мы ее? Я говорю, по одной. Достаточно. Что жадничать-то? Костя, улыбнись, солнышко. Это был Костя. Это был Костя. Ребята где-то там.
следующий пустой. Заснять хоть как Васильич гребет. И вам поймать большую щуку. И вам поймать большую щуку. Да, блин, а кто дернет? Ну, хорошо. Ты не извиняйся, ты спугнул ее, блин. На что ей сесть-то, блин? Она щуку-то держала. Так мы бы поплыли, блин, без очков, без бликов черных, блин. И все бы у нас было бы хорошо. Да, да, да. Тут дело все, что он-то думает, что ну-то у нее все получается. Момент, Васильич за греблей. Зрит, зрит, смотри, зрит внимательно. Чтоб не наплыть на тыкву. А мы как опытные операторы делаем обход. Не, она не увела к берег. Да не увела она в берег. Да пофиг. Доставай давай, все снимается. Брошенка. Брошники, блин. Брошенка, брошенка. Ну мы снимаем следующую тогда. Конечно, ты мой. Так, что сработало? У нас там 1.5 завод за корягу, опять один обрыв. В эту вот дура ушла. Куча брошенных. Одна при нас прям. Вот где она? Бах! Вот ее найди сюда. Горачил хоть ее? Вы куда идете? Вы куда идете? А, да, вы снимаетесь, кино просто. Вот где была у вас зацепка. Потеряна была щука. На этом мысу. Она ждет, когда ее на шпинь поймают. Денечек сегодня хороший по погоде. Ну, чутка ветер, а так все хорошо. Ну да, кто кого перегонит. И раз, делай, и греб. Васильича хреном гонит. Опытный грибун. Грибун. Где, Саша? Тетя Люся, привет. Быстро водишь, может, нет? Кому же тот успеет, тот гонит? Не, просто вот можно так вот делать, если ты хочешь, на самом деле. Ты замыкаешься? Ну, в смысле, а я так. Стабилизатор, да? Зафиксировал. Браконьера.
Да гори оно огнем тут. Как оно горит посреди озера тут. Костя сегодня разводит руками. Забрал воблера у Кости. Костя его разловил, а он его опять заловил. Обратно. Воблер-то заточен под мою руку. Под мой, да, спиннинг, под твой спиннинг, под нашу команду. Под нашу команду. А тут какой-то новенький вклинился. Да. Салабон. Ну вот, подходим мы к нашему биваку. Да. Ну, смотри, у них там есть что-то. Говорят, что нет ничего. Обманули, ну? Так, лжуны. Да, лгуны. Ждуны.